Фильма нашей программы, который приехал к нам сегодня из Кремля, где торжественно закрывали перекрестный путь культуры России и Греции. А Янис, он не только деятель культуры, но и общественный деятель, очень много у него интересных проектов. Поэтому, Янис, вот твой диплом. И я думаю, ты нам что-нибудь хорошее скажешь. Так, добрый вечер, дорогие друзья. Давайте как-то поживее. Пожалею, что я понял, что здесь есть люди. Диплом награждается Янис Политов, режиссер фильма «Философия», за участие в конкурсе короткометражных фильмов актеров и режиссера в рамках программы «Вторая профессия» в 23-м международном фестивале актеров связи кино. Спасибо большое, для меня это очень приятно. Дорогие друзья, во-первых, я хочу сказать огромное спасибо гильдии актеров России, потому что вот эти прекрасные дамы, вот, с Олечкой и наши замечательные дамы, которые сидят в гильдии актеров кино России под руководством Сергей Петрович Никоненко, делает огромную работу, делает работу такую, которую незаметно, но которая очень важна, и важна эта работа для всех. Поэтому огромные аплодисменты гильдии актеров кино России. Очень жалко, что сегодня не так много людей в этом зале, но эти люди действительно делают большую работу. Во-вторых, я действительно приехал из Кремля, где сейчас происходит гала-концерт «Перекрестного года. Россия-Греция». Там 6500 человек, там очень весело, приехали звезды из Греции, поют звезды из России. В общем, этот 2016 год, перекрестный год России и Греции, двух величайших культур этого мира. И вы знаете, мне очень приятно в то, что в перекрестный год России и Греции и в год российского кино, в этот прекрасный день, когда в Кремле проходит такое мероприятие, мое кино будет показываться на одной из самых крутых площадок российского кинематографа, в Белом зале Дома кино. Спасибо большое за то, что удостоили меня этой честью быть сегодня вместе с вами. Спасибо большое. Спасибо, всем хорошего вечера. Надеюсь, кино понравится. Кино называется «Философия». Ну как мог грек еще назвать свое первое кино? Спасибо, приятного просмотра. И еще у нас в зале присутствует представитель Натальи Бочкаревой, которая сегодня в Прибалтике на гастролях. Поэтому я хочу ей вручить. Я ее сейчас не вижу, где она. Ага, вот она.